Виталий, приветствую тебя на очередном совместном видео фундаментального технического анализа, разборе сделок и оценки самых интересных возможностей, которые есть в плане трейдинга. Традиционно мы с тобой комментируем те идеи, которые давали ранее, и также делаем акцент на то, что интересное видится сейчас. Думаю, что несмотря на то, что ты технический аналитик, наверное, смотришь экономический календарь, согласишься со мной, что ж, неделя обещает быть довольно интересной. Очень много релизов буквально по всем регионам, соответственно, по всем валютам. Отдельно стоит отметить предстоящие non-farm payrolls, которые традиционно должны, по идее, раскачивать финансовые рынки. Но мы уже не раз с тобой убеждались в том, что нонки сегодня уже не те, что раньше. Да. Но и без них, в принципе, отчетов хватает. Заседание Европейского центрального банка. Я, с твоего позволения, протащу идею через всю неделю, идею продаж европейской валюты, потому что, мне кажется, она может принести хорошие плоды именно в расчете на те решения, которые могут быть приняты уже в предстоящий четверг. Ну а что касается так детально, по фундаментальному именно взгляду, друзья, я приглашаю вас всех на свои брифинги, которые записываю каждый день, где подробнее рассказываю обо всем. Ну, с вводной частью, я думаю, все. Давай, Виталий, тогда переходить непосредственно к демонстрации экрана и тем сделкам. Мое слово потом передаю тебе. В общем, все. Хорошо. Так, друзья, ну что ж, давайте взглянем на те рекомендации, которые были даны в прошлый раз. Прежде всего, начнем с британской валюты. Сделка была sell limit с уровня 1.2330, то есть фактически мы до этой отложки добрались и действительно очень сильно потом просели. То есть вот high был 23.53 и low 1.2203. Безусловно, на вот таком мощном снижении, которое прямо вот здесь вот по часовым свечкам видно, я был уже поверил в то, что это новое нисходящее ралли, которое приведет нас к тем целям, которые раньше были обозначены. Это отметка 1.20, и где-то в глубине души я верю в то, что фунт может оказаться еще ниже, и он, скорее всего, окажется, потому что а тот фон, который сейчас складывается по Брекзиту, он как раз располагает к тому, чтобы эти распродажи пошли. Но рынок развернулся и улетел выше, и, к сожалению, несмотря на очень хороший потенциал, который сделка давала, и тот фактический профит, который был, сделка была закрыта по безубытку. Я расстроился очень сильно, потому что надеялся все-таки урвать хорошую прибыль по фунту, но, как говорится, еще не вечер. Другая рекомендация, это рекомендация была по продаже европейской валюты, когда мы с тобой вещали в прошлый раз, котировки были, по-моему, там в районе 1.09. Правее чуть-чуть. Да-да, то есть вот здесь 0.950 там или даже 0.960. Я давал рекомендацию sell, но мы все-таки ушли выше. 1.1140. Сейчас для меня европейская валюта — это своего рода бремя, которое сейчас приходится тащить, потому что я, как преданный фундаменталист, все-таки жду важное это событие, которое было озвучено в заседании Европейского центрального банка. И после пятничных данных по инфляции еще раз убедился в том, что Кристин Лагард, безусловно, сейчас нужно действовать, потому что инфляция, как мы видели по последним цифрам, 0.1 в годовом выражении. Важно сейчас на нее ориентироваться, потому что каждая фигура, я, по-моему, не раз уже говорил об этом, по евро-доллару вверх, это минус 0.1% по инфляции. То есть фактически еврозона сейчас на грани дефляции. Допускать, я думаю, что текущий рост, в принципе, это уже не должно было быть, но дальнейшее ралли, оно затруднит вообще экономическое восстановление еврозоны, потому что ни о каком оздоровлении экономики нельзя говорить тогда, когда инфляция находится ниже нулевой отметки. Поэтому на текущее заседание ЕЦБ у меня большие надежды. Я рассчитываю на то, что ЕЦБ все-таки анонсирует новые меры экономического стимулирования, поэтому спровоцирует ожидаемые распродажи пары евро-доллар. Но в то же время хочу отметить, что если мы сейчас будем оценивать позиционирование трейдеров, то даже по тому индикатору Кайман, который есть в нашей компании, там будет отчетливо видно то, что большинство трейдеров сейчас как раз продают, и небольшая часть покупают. Если мы положимся на логику этого индикатора, рынок идет по пути наименьшего сопротивления, есть вероятность того, что евро-доллар окажется еще выше. Я допускаю, что это могут быть значения даже 1.12, но даже несмотря на то, что я
допускаю такой сценарий, я все равно сохраняю короткие позиции, потому что знаю, что если ЕЦБ анонсирует новые меры стимулирования, или даже если рынок начнет закладываться под них заранее, это может привести к мощным распродажам, которые будут стремительными, и лучше уж быть своевременными в этом направлении движения рынка. Это, собственно, продление сделки продажи евро-доллара. Это, считай, моя первая рекомендация, которая транслируется еще с прошлой недели. Как минимум, я буду держать до конца четверга. Еще сегодня предлагаю обратить внимание на рынок нефти WTI. Предлагаю сделку sell-stop с уровня 34.90. При этом стоп-лосс можно поставить на отметку 36. В качестве тейк-профита ждем снижения в район 31-31.50. Сейчас на рынке нефти интересная ситуация. То есть я могу выделить несколько фундаментально негативных моментов, которые должны были спровоцировать распродажи. Это и рост напряженности в отношениях США и Китая. Это не соблюдение и не полное исполнение сделки по сокращению нефтедобычи. Кстати говоря, вот, собственно, сегодня 1 июня, мы можем подвести итоги, насколько страны были чистоплотны в своих обязательствах в рамках мая. И есть уже подтвержденные цифры, что обязательства и сделка была исполнена вот ОПЕК по сокращению добычи на 9,7 миллиона, всего лишь на 70 с небольшим процентов. То есть тогда, когда страны должны были исполнять на 100%, это все-таки соглашение, которое будет действовать всего лишь 2 месяца, короткий промежуток времени, они умудрились и здесь, ну, ряд стран облажаться. Поэтому вижу в качестве второй причины снижения нефти как раз несоблюдение сделок в рамках ОПЕК. И третий фактор – это еще и данные по запасам, которые мы получили на прошлой неделе. Запасы выросли, но рынок их также проигнорировал. В общем, текущая ралли – это что-то странное, честно говоря. Такой фундамент негативный, должны быть распродажи, при этом рынок настойчиво растет. Но думаю, что коррекция уже, собственно, не за горами, буду пытаться вот ее урвать через такие отложки с неплохим потенциалом снижения в случае, если, собственно, эти отложки будут сняты. Виталий, на этой ноте тебе передаю это слово. Демонстрацию видно? Все хорошо. Отлично. Так, всех приветствую. Сейчас пройдусь по тем инструментам основным, которые давал идеи, давал комментарии. Хотел также дать комментарий по поводу Кристины Лагард. Почему не стоит на нее обращать внимание? Потому что она по образованию юрист. Это нужно учитывать. То есть, почему ее назначили главой Центробанка Еврозоны? Ну, скажем, это есть такие для ручного управления, как некоторых назначают. Поэтому то, что она там читает с бумажки, это одно. Это первое. Второе. Интересно, как там сейчас ситуация в Bank of America, которые шортили евро-доллар. Наверное, сидят просадочки эти ребята. Ну, просадка — это ведь нормальное явление. Да, да, конечно, конечно. Я согласен, у каждого трейдера может быть просадка и не только. Но есть такое замечание, вспомнил. Ты напоминал, я тоже читаю там иногда комментарии там центра больших крупных банков, и есть такая встреча трейдеров форексных в США. Каждый год она проводится. Ну, текущие данные я не знаю, но я там смотрел за предыдущие несколько лет. Они встречались там каждую зиму, эти трейдеры, и все время там давали какие-то прогнозы по рынку. И те 90% трейдеров, допустим, там я данные знаю по евро-доллару, они, если давали какие-то прогнозы, эти прогнозы шли в обратную сторону. То есть это показывает вот этот сентимент рынка. Вот я просто крупно покажу недельный график по евро-доллару. Вот я просто знаю данные за последние несколько лет. Вот минимум, который был в начале 2017 года, вот здесь все трейдеры, мы торговали где-то на отметке 1.04, они видели дальше снижение на паритеты ниже. То есть после этого евро развернулось. Аналогично на следующий год, через год, получается, зимой. Вот здесь встречались, все видели евро там на 1.30 и выше. Евро берет, разворачивается на несколько фигур. Вот, скажем, к чему это я? К сантименту на рынке. Поэтому это нужно очень сильно учитывать. Итак, по евро-доллару давал все время рекомендации за последние 2 месяца в лонг только.
очень редко, когда я шортил так интрадей. Некоторые сделки в шорт выгорали, но большинство в лонг глобально отработались. На текущий мой комментарий по евро смотрится оно вверх. Шортов не вижу, есть сильный уровень слева. Сопротивление, мы к нему подошли. Если будут какие-то ложные пробои хорошие, то нужно будет посмотреть, возможно, евро и пойдет на какую-то коррекцию. А если покажет, как ты ожидаешь, фундаментальное снижение по евро, если пойдет сильный импульс вниз, хотя бы ниже 1.10, то, в принципе, по евро возможно. Возможно, там глобальное снижение на ниже минимумов 1.06, и, я думаю, там паритет не за горами будет. Это что касается евро. Плюс очень внимательно, вот я давал покупки и говорил, что нужно следить за уровнем 1.10. Ниже этого уровня можно было еще пытаться как-то шортить. Локально они отбивались, но заметим, вот получается у нас в среду мы закрылись ровно выше 1.10. Получается вот на отметке 1.10.06 и, скажем, инструмент сразу пошел наверх. То есть, поэтому я эти уровни отмечал, важные, неплохо себя отработали. Дальше давал комментарии по фунту. Также и вчера, точнее в пятницу на открытом микрофоне говорил, что фунт смотрится в лонг. Он, в принципе, отрос. Хотел дать рекомендацию сегодня по фунту в лонг, но он уже, скажем, достаточно ночью сильно вырос. Поэтому здесь можно два момента. Или купить с текущих, или, скажем, подождать еще коррекцию хотя бы на минимум пятницы. Поэтому, скажем, разобью эту сделочку на два этапа. Первый этап это будет, можно половина сделки купить, скажем, ну, половина объема купить с текущих. Скажем, это такая среднесрочная сделка будет. Возможно, будет добитие вот этих максимумов прошломесячных. За минимум получается там 1.22 поставить стоп и докупиться, скажем, лимиткой в районе 1.2305. Скажем, такой набор среднесрочного лонга. Возможно, он выстрелит. Если уже будем пробивать вот эти минимумы, то я думаю, там дальше пойдет и обвал, и евро, возможно, сменится ситуация, если в таком ракурсе. И потенциал, ну, хода будем смотреть на пробой вот этого 24.20 и полет. Так, не видно. Сейчас в район там 26, я думаю, должны добивать, а возможно и выше, потому что если правильно понимаю, что здесь набирает, то с этой большой такой проторговки двухмесячной мы должны, скажем, там, возможно, на 1.30 стрельнуть по фунту. Но это то, что показывает на текущий момент фунт-доллар технически. Конечно, цены плохие для покупки, но будем разбивать. Кто покупал, кто, скажем, пользовался советами покупок в пятницу, то, в принципе, были неплохие цены для закупки. Так, это что касается фунта. Что касается доллар-иена, также давал рекомендацию в шорт прошлую среду. Так, давайте часовички. Продажа была где-то вот в этом диапазоне 107.50. Мы немножко, скажем, отпадали, в принципе, по данному инструменту. Но я писал в комментариях, что я даже здесь переключался на лонг-идею. После того, как иена выросла выше 107.70, здесь был такой локальный уровень неплохой. Она тоже пошла в рост, но снова остановилась и затормозилась. Поэтому дальше писал, что я вне рынка по этому инструменту. Потому что сейчас непонятно, что здесь рисуется. Возможно, даже на текущий момент и сильный лонг будет. Как-то пятница показала выкуп сильный. Сегодня чуть-чуть поддавливают, но здесь нужно понаблюдать несколько дней. Также давал рекомендации в шорт по нефти марки Brent. Light, она аналогична. Она, в принципе, отпадала неплохо, пунктов 200, там, $2. Но я также писал, что я выхожу с этого инструмента, я там в небольшом плюсе закрыл около 50 пунктов, потому что, скажем, некоторые моменты мне здесь не понравились.
проанализировал более подробно данный инструмент и, скажем, вышел с данных шортов, потому что, скажем, я предполагал, если мы так немного отросли уже 2 месяца, может, будет намечаться какая-то более глубокая коррекция, хотя бы там на процентов 38-50 и дальше возможно продолжение дальнейшего лонга. На текущий момент у тебя довольно интересная идея по нефтемарке Light, скажем, ложный пробой вот этого максимума. Скажем, я такой сценарий не исключаю, поэтому поддерживаю эту идею. Скажем, если мы будем пробивать здесь, возможно, сформируется ложный пробой, мы очень-очень хорошо улетим вниз. Но я, скажем, пока буду торговать с текущих, что нам рынок показывает, можно купить там на выбор марку Light или Brent. Я для разнообразия дам марку Brent. Покупка с текущих, стоп-лосс, то есть у нас текущий это 37.70, 37.30, можно вот на этих минимумах, даже если спуститься, покупать со стоп-лоссом за вот этот пробойный часовичок пятничный, это 36, там можно поставить 30, допустим. А если уже пойдет сильный пробой вниз, то в таком случае я там уже буду комментировать, писать. Возможно, у нас будет реально рисоваться сильный шорт. Это уже нужно будет по факту смотреть. Поэтому поддерживаю. Ну и что у нас еще там осталось? S&P 500. Тоже говорил, что пока только рост выше 29.60, 29.80. Вот мы пробили вот эти все хаи покупки. Они пока сохраняются. То есть я думаю, что если мы сейчас будем, сегодня у нас понедельник, пробивать вот эти все хаи, то S&P-ха может улететь хорошо наверх. Но аналогично как по нефтянке, если уходим импульсом хорошим ниже уровня, то пойдет, я думаю, дальнейшее глобальное снижение. Но это уже будем по факту смотреть. Можно, конечно, и лимитки здесь выставлять, но я думаю, что будет время там до среды, до пятницы, до битв новых и до обзоров. Поэтому пока, скажем, сохраняю момент лонга по текущему рынку. Поэтому спасибо тебе, Виталий. Соответственно, следим за рисковыми инструментами, собственно, как был сделан акцент на фунт и на нефть. Я думаю, что рынки останутся волатильными, интересными. Нам будет с тобой, как всегда, итоги чего подводить и о чем поговорить. Тогда до следующей встречи в среду. Хорошей тебе торговой недели, профитных прибыльных сделок, друзья. И вам тоже всем таких же успешных сделок. До скорых встреч. Виталий, пока. Пока.